Обеспечение детей-инвалидов, проблемы многодетных семей, обманутые дольщики. На вопросы жителей Самарской области отвечали сегодня в региональной общественной приемной главы «Единой России». Встречу провел депутат Государственной думы Владимир Владимирович Гутенев. Диалог с представителями власти через приемную доступен постоянно. Он позволяет искать способы и разрешать как проблемы отдельных семей и людей, так и целых коллективов, предприятий, даже отраслей промышленности. Люди приходят разные. Но основной блок проблем сохраняется. Каждый из жителей важен, мы готовы заниматься даже, может быть, на первый взгляд, не столь глобальными вопросами, которые были сегодня. Сегодня как раз вопрос касался и детей-инвалидов, многодетных семей, вопросы, которые требуют системного решения.